На Красной площади сегодня прошла репетиция международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он откроется 31 августа. А пока москвичи, которые оказались сегодня на Красной площади, могли наблюдать, как к выступлению готовилась Мирей Матье. Военные оркестры репетировали пока не при полном параде. Генеральный прогон будет завтра. Организаторы отмечают, что статус московского фестиваля растет с каждым годом. В этом году участники представляют уже 15 разных стран. Задача каждого коллектива – это показать культуру музыкальную и, конечно, и военно-музыкальную своей страны. Вот эта задача достигается, мне кажется, в полной мере. И тем более, что если говорить о военных коллективах, то это коллективы очень высокого статуса и профессионального мастерства. В основном это президентские оркестры, королевские оркестры. То есть те оркестры, которые обеспечивают в своей стране самые высокие, самые престижные мероприятия. Также и наши коллективы.